Город готовится к Пасхе. На городских кладбищах вывозят мусор и борются с клещами. В общей сложности противоклещевую обработку провели на площади 56 гектар. Это старое и новое кладбище. Обработка проводилась с применением передвижной дезинфекционной установки, переносных генераторов холодного и горячего тумана, препаратами, сертифицированными, разрешенными к применению в данных случаях. Как рассказали в центре дезинфекции, теперь на очереди пляжи и места общего пользования. Молодежный парк, район залива, набережная и Малая Морская. Обработку городских территорий планируют начать уже на этой неделе, и если не вмешается погода, то закончат в течение 7-8 дней.